Дважды слово, слог па. Па-па. Вот сюда прям пускай. Па-па. Смотрит, га. Га-га. На, только челюстью не клацай. На-на. Язычком. На-на. Вот туда приходит спокойствие, тембручек красивый. Очень хорошо. Ша-ша. Ша-ша. Ла-ла. Ла-ла. Молодец, еще разок. Ла-ла. Да, очень хорошо. На папе концентрируемся. Па-па-па-пара, па-па-пара, па-па-пара. Эй. Па-па-па-пара, па-па-пара, па-па-пара. Мы же возьмем. Па-па-па-пара, па-па-пара, па-па-пара. Молодец. И нос носом, смотри. Пара, замри. Па-па-па. Давай на октаву ниже. Па-па-па. Выше. Па, вот так. Па, и не дыши. Пара. Па, пара. Не дыши. Пара. Пара. Па, пара. Вот так. Кончик пара, языка поднимается, да. Челюсть не двигается. Пара. Умница, еще раз. Пара. Пара. Да. Пара. И в ритме. Пара и. Пара. Па. Па, 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 пара, па, па, пара, па, па, пара. Молодец. И закончили. У нас та 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 тара 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 и пауза. Раз. Два. И в ритмике покачаем. Эй. Па-па-па-пара, па-па-пара, па-па-пара. Еще раз. Па-па-па-пара, па-па-пара. Молодец. Па-па-пара. Еще раз. Па-па-па-пара, па-па-пара, па-па-пара. Пауза. Па-па-па-пара, па-па-пара, па-па-пара. Животом мне чуть-чуть сопротивляйся. Еще разок. Па-па-па-пара. Нет, сопротивляйся моей руке. Вот так. Надувай чуть-чуть, да. Молодец, голова. Берешь моторную лодочку, идешь в голову с груди. Пошли. Молодец. Теперь мне важен переход, чтобы ты мог сделать вот если ты захочешь, да? Смотри, методом вот так, перебрасывание. И срывается звук, потому что поздно переходишь. Раньше переходи. Уже можно. Вот. Совершенно верно. Да, еще раз. Забыл. Ничего страшного, давай. Переходи, да. Сейчас как раз разогреется у тебя гайморовые пачки, губки. Молодец. Не зависай наверху еще разок. Пошли. Молодец. Переходим на народный звук. Спокойненько. Ого! Это на грани с носом и воздухом. В этом звуке нет воздуха, в нем нет носа. Он ударяется о твердую небу, и рот наполняется звуком. Смотри. Грубо. Есть. Да. Вот дай мне руки свои. Вот сейчас ты почувствуешь, что я чувствую в диафрагме. И опирайся. Опирайся моим рукам. Ты. А можно больше. А еще больше. Молодец. Эгей. Эгей. Очень хорошо. Нежно букву Г. Эгей. Прям туда. Эгей. Правильно. Еще раз. Эгей. Молодец. Теперь. Эгей. Вот туда давай. Эгей. Молодец. Только старайся не челюстью, а диафрагмой. Эгей. Вот эту изначально часть открывай. Эгей. И сюда. Эгей. Челюстью, смотри. Э-хе-э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 -
могут заработать? Именно на такой звук. Лош. Лош. Да, да. Да, да. То есть ты просто должен, ну я не знаю как, противостоять. Ложь, ложь, это выбор. Да.
Это выбор. Мне жевать слова или... Жевать слова и рот открывать в стороны. Смотри, это выбор. Чтобы чуть-чуть расщепление шло сзади. Ложь в этом мире. Ложь километры пустоты. Ложь — это выбор. Есть. Но выбираешь только ты. Очень хорошо. И только ты. Да, больше, больше вот этого кайфа, да. По одной фразе петь. Теперь, по поводу начала. Ты помнишь тональность? Как можно? Вот она играла. Давай. Жить сюда пускай. Не как можно жить, а как можно жить. Мы можем включить фонарь. В мире людей. Попроси, чтобы включил фонарь. Включите, пожалуйста, фонограмму нам. Смотри. Не, как можно жить, как можно жить. Вот здесь наушники слышно, мы просто да, сейчас слышно, да, нам для тональности. Еще немного. В мире людей. И в кайф. Роли пора. В кайф, роли пароли. Жить. Нет, это просто твой дыхание. В мире людей. Не бери такой звук. Давай еще раз, как можно. Как можно жить. Жить. Да. Жить. 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 Дыши. Как можно жить. Вот так, по блатному. В мире людей. Больше выдыхай, здесь. И все слова. Хорошо. Остры, как гвозди. Да. Мысли, мечты. Ну, не важно. Как можно жить. Как можно жить. Главное, не пой ж. То есть не дави раньше времени. Дыши и на этом состоянии. Как можно жить. Если у тебя есть силы еще чуть-чуть вибрануть сзади, было бы хорошо. Как можно жить? Или как можно жить? То есть как хочешь. Но ты можешь просто кексануть, то есть как бы сорвать специально. Как можно жить? Жить. Специально, да. Пошли. Как можно жить? Но ты не поешь. Жить. Не нагружай. Как можно жить? Вот так, губы в стороны. Жить. Вот так. Как можно жить? Ну, проще, и дыши вперед. Как можно жить? Жить. Сюдой, прям сюдой, жить. Не бойся, прям сюдой. Как можно жить? Молодец. Жить. В мире людей. В мире людей. Молодец. Где все слова? Где все слова? Прям опускай. У него, наверное, микрофон есть, просто будем записывать. Давай будем записывать. Можешь, когда типа... пойдешь наверх, не иди вверх. Смотри, когда идешь вверх, больше иди вниз. Слова, нет, слова, прессуй вниз. Где все слова? Вот так, как будто вниз вот линия отпускаешь. Все слова. Можно сжать его? Можно сжать его, абсолютно верно. Ну, мы попробуем. Главное, чтобы ты не спел. Как можно жить? Сейчас спросим у него, знаешь, что есть ли у него. Как можно жить в мире людей? Где все слова, остры как гвозди, мысли, мечты, сцены снятся, роли, пароли, герои заняты. Вот если ты поднимешь губу, тебе будет легче, смотри. Ложь — это выбор. Выбор, выбор. Да, потому что... Ну, попробуем. Ну. Пока. Роли-пароли, роли-пароли.
Да, да, да. Чтоб не вали. А мне поблизости микрофона вот так норм? Да нормально, отлично. Ну хорошо, давайте попробуем. Как можно жить в мире людей? Ага. Как можно жить? Вот ты сейчас тебя никто не видит. Ты сейчас тебя никто не видит. Ты сначала открой рот, а потом скажи. Как можно жить? Да. Да. И жить как? Как можно жить? Да, это неплохо было. Давай еще разочек. Смотри, хочется соединения. Как можно жить в мире людей? Вот чтоб... Тянуть? Да, чуть-чуть, чтобы строчка на строчку. Как можно жить там просто... в мире людей? Вот чтобы такого не было. Ну там просто пауза. Или хотя бы в теме оставайся, хотя бы диафрагмально. Не, не... не расслабляться. Не расслабляйся, понял? Как можно жить в мире людей? А 10 слова острые, как гвозди, мысли, мечты, сцены, святы, роли, пароли и герои заняты. Мне понравилось, идем дальше. Как на концерте, когда мы в лайв, когда мы на видео смотрим. А вот здесь хорошо было, Даша. Это такое? Нет. Ну зачем? Еще раз. Там, где он не стоит, и все. Нам лучше послушать надо. Сейчас. Что ты хочешь послушать?